О чем мечтают карельские медведи, вскоре узнают ученики всей страны. На этой неделе в Петрозаводске прошла премьера фильма, который снимали в нашей республике на деньги, заработанные самими школьниками. Лента «Там, где мечтают медведи» – это одна из серий большого проекта «Киноуроки в школах России». Языком кино авторы и режиссеры рассказывают юному поколению о самых важных в жизни вещах. С премьеры репортаж Натальи Лисицкой. Я скоро уеду в Москву учиться. А я бы не смогла уехать из Карелии. Тебе и не нужно уезжать из Карелии. Большие города не для тебя. Почему? Мы тебя съедим. Знаешь, это как с дикими зверями в лесу жить. А я и так живу в лесу с дикими зверями. Я и Мишки. И как тебе тут с медведями? Хорошо. Мы наслаждаемся летом и не мешаем друг другу мечтать. Мечтать? И о чем мечтают медведи? Ответ на этот вопрос даст картина «Там, где мечтают медведи». Фильм творческой группы из Петербурга, один из участников всероссийского проекта «Киноуроки в школах страны». Этим проектом мы строим систему воспитания. От каждого региона выбирается одно нравственное качество, человеческое понятие, принцип, символы региона. Дети собирают макулатуру. Снимается фильм и дарится всем школам страны. Таким образом, с 1 по 11 класс на каждый месяц будет 99 фильмов на самые лучшие человеческие качества. Ваш фильм увидят и на Сахалине, во Владивостоке, не знаю, в Крыму, в Костромской области, во всех деревнях, селах и весях. Это кино про любовь, в том числе к родному краю. Снималась картина в нашей республике. Съемочная группа работала как в карельской столице, так и в Приладожье, в Сыртовале, Харлу, Рускеале. В главных ролях также наши земляки – школьники из Петрозаводска и Петкеранского района. В качестве актеров они пробовали себя впервые. Мы как бы не играли свои роли, мы проживали их. То есть как бы мы такие, какие мы есть. Поэтому фильм получился, мне кажется, очень интересным. Мой герой на протяжении всего фильма меняется. У него меняются приоритеты жизненные и меняется его характер. И это был огромный опыт и взгляд со стороны на съемочный процесс. Идея проекта заключается в том, чтобы фильм в каждом регионе снимался на средства, вырученные от сбора макулатуры. Сигежа Групп откликнулась на предложение участвовать в проекте «Киноуроки в школах России». Был организован сбор макулатуры не только на сигежском ЦБК, но и в самом городе. Компания организовала мобильное дошкольное учреждение и горожане, которые, услышав объявление на местном радио, поддержали проект. Предполагалось провести сбор в несколько этапов, но пандемия внесла коррективы во все массовые мероприятия. Подходило время начала съемок фильма в республике. Средств, вырученных от сбора макулатуры по всей Карелии, катастрофически не хватало. Мы, конечно же, нашли возможность для того, чтобы оказать не только информационную поддержку, но и финансовую поддержку этому проекту, для того, чтобы фильм сняли. Я надеюсь, что школьникам очень понравится этот фильм, будет востребован. И мы, по крайней мере, в наших сигежских школах, в 4-й, 5-й, 6-й и 7-й школах планируем провести киноуроки и показать этот фильм, чтобы ребята видели, что фильмы снимаются в Карелии, какая она у нас красивая. Тем более, что фильм посвящен теме «Малой Родине». Я думаю, что это будет всем интересно. И однозначно рекомендовано и детям, и взрослым. Наталья Лисицкая, Роман Савич, Алексей Костенко. Вести Карелия, Петрозаводск.